нахер, вы серьезно верите какой-то швабре? Вообще видели, как ее зовут? Короче, я Соло. Эй, братан, рабы не интересуют? Люди слабые, мелочные, коварные ублюдки. А зверодевки? Просто, блять, возьми мои деньги. Ты серьезно, она же больная, тупая, пуганая и... Она Лоли енот, только это, блять, имеет значение. Каких же только извращенок из других миров не встретишь. По-быстрому сыграем в монетку. Побеждаю я, все земли мои. Если ты, то твои. Пойдет? Пойдет. Окей, тогда орел, я победил, орешка, ты проиграла. Согласна? Да, согласна. Ну что ж, погнали. Вот идиот, он даже не понимает. Так, стоп. Орел, он победил, орешка, я про... Ах ты, падла, ёб... Косуля, да? Да, это олененок. Какой олененок? Никто. Это собака, блин. Я буду вашей классной руководительницей. Если что, мне 18 лет. Было 18 лет назад. Сталкеры, внимание. Выброс? Выброс. Повторяю, бля, я думал, обед. Всем сохранять панику! Паниковать, это нормально! Паника укрепляет нервную систему! Можешь вам таблетки принять? Чё, у тебя с собой? Kurwa, zrobiłem se... Kurwa, kisiel. Kisiel se, kurwa, zrobiłem. Zajebisty kisiel, kurwa. А с этим что делать? О, бесполезные кристаллы! Если хотите их продать, вам придется вступить в гильдию. Окей. Вот, примите зазевонное соглашение, а также рассылку смс-спама в ваш мозг. Что? Ничего. А вот и ваши характеристики.
это временно. Наконец, теперь я живу спокойно. Ем, сплю, по грибочке хожу, а зарабатываю я, убивая слизней. Мы же тоже умеем бегать, Володя. Вот так и прошло 300 лет. А вот и вы, спасибо вам за помощь. Всегда пожалуйста. Спасибо вам за травы, бабка по сей день теплая. Ни за что. Стоп. Чего, бля? Котенок, я наложила на него заклятие невидимости. Ну что, это твой? Так, мне похуй, чей он, уберите кота немедленно. Парниш, я тут подумала, кота ты заберешь. Но... Слушай, у меня тут запись, как ты 2 года назад на балконе колдовал. Ну это же нечестно, это шантаж чистой воды. Знаешь, я и сама своего рода блогер. Понял. Лучше, чем такого варианта исхода событий, моя башка не сумела придумать. Мы прямо как Subway Surfers. Но тогда, диджей, можно соответствующий трек? Прямо как в настоящей погоне. Молодец. Хорошо. Дайте, я ничего не вижу. Ну-ка, свободник, рекунчик. У нас есть дефес. Мы можем ездить. Собака. А, блядь! Сука! Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Теперь и мне надо с кем-то потренироваться. Ну с твоим уровнем это будет довольно-таки сложновато, хотя если... Слышь, хуйня. Ёб твою мать, Сэя, нет! В общем, это Денелла, и она может помочь с тренировками. Может, ей лучше помочь? В смысле? Ну, пропылесосить там ее или... Она вообще жива? А Денелла, блядь! Простите.
новый препод. Знакомьтесь, меня зовут Рейна, я учитель физики. А теперь урок первый. Гравитация. Чего? Решил, в какой кружок пойдешь? Ну, эй! Встретимся на могильнике палых листьев. Я в душе не ебу, где это находится. Ты мне что, предложение собралась делать? Смотри, листик! Его можно использовать как сюрикен. Для чего ты меня позвала? Присоединяйся к моему клану гремлины. А, иди нахуй. Ладно, ты будешь главой. Да не в этом дело, к нам хотя бы кто-то вступит. В этом можешь даже не сомневаться. Блять, где-то я допустила просчет. Ага, степ, ага, степ, ага, степ, ага, степ, ага. Step. Step. Step.